Кызылорда, священная земля, где принимались судьбоносные для нашего народа решения, было возвращено исконное наименование народа, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями общественности. Глава государства поделился планами и обозначил конкретные задачи по развитию региона. Сильный регион, сильный Казахстан. Касым-Жомарт Токаев поделился планами по социально-экономическому развитию регионов. Это снижение региональных диспропорций, увеличение бюджетной базы регионов, передача из республиканского бюджета на места корпоративного и подоходного налога МСБ. К планированию бюджетных расходов будет активно привлекаться население. Акцент также на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в моно- и малых городах. Президент также отметил, что уровень доходов населения Кызылординской области остается низким по сравнению с республиканским. И эту проблему необходимо решать. Моя главная цель – повышение доходов и качества жизни всех регионов. Область должна решить ряд вопросов. По сравнению с республиканским, стабильный доход населения региона ниже. Это невозможно решить за день или месяц. Я это понимаю, но ситуацию надо менять. Глава государства выразил благодарность ряду лиц за вклад в развитие региона и страны. В их числе была и фигуристка Элизабет Турсынбаева. Элизабет, мы гордимся тобой. Конечно, второе место на чемпионате мира – это выдающееся достижение. Тем более для Казахстана, который до этого никогда не был державой фигурного катания. Вы перевернули всю эту историю, поэтому вы человек особенный. И я хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Впереди Олимпийские игры. И будем и далее помогать вам. Я обещаю, буду следить за вашими спортивными успехами. Ну и болеть за вас. Президент в целом высоко оценил социально-экономическое развитие региона. Считаю Кызылординскую область стратегически важным регионом Казахстана и вижу здесь большие перспективы для развития. Только что мы посетили целый ряд объектов, очень хорошие объекты, будь это медицинский центр, или план развития левобережья, так называемого левобережья Кызылорды, агрохолдинг. То есть перспективы для развития действительно имеются. В чем заслуга акима вашей области Кырымбек Ильича Кушербаева. Алина Параджан, Айнур Тунгышбаева, Алмат Миндыбаев, Алпамыс Ашербеков, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.